Даже в новогодние праздники военкоматы портят жизнь людям. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Таджикистане вновь страдают молодые люди. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. Отец молодого жителя Фархорского района целый месяц пытается привлечь к ответственности сотрудников местного военкомата и главу джамаата за устроенную облаву на его больного сына. Махмадулла Ашуров, отец 21-летнего Талиб Джона Ашурова, сказал, что 2 декабря, несмотря на то, что власти объявили об окончании осеннего призыва, его сына принудительно забрали в армию. Военная прокуратура Кулябы до сих пор не ответила на обращение Ашурова. До инцидента 12 октября Талиб Джону пришла повестка в военкомат Фархорского района, но он не был призван по состоянию здоровья, а после принудительного призыва Талиб Джона Ашурова отправили служить в воинскую часть в Бохтаре, но после нескольких дней службы он попал в госпиталь. Отец призывника винит во всем председателя джамаата. По его словам, из-за невыполненного плана по призыву он решил пожертвовать человеком с проблемами слуха и содействовал его принудительному призыву. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Махмадулла сказал, что если бы его сын был здоров, то никогда бы и не подумал жаловаться. В медицинской справке врачей, выданной в сентябре, красным цветом указано, что левое ухо молодого человека повреждено, из-за чего у него имеются проблемы со слухом. В джамаате Дехканабот подтвердили, что Талиб Джон был призван в армию, несмотря на негодность к службе по состоянию здоровья. Глава джамаата Музафар Султонов сказал в телефонной беседе, что на самом деле Талиб Джон не считался годным к военной службе из-за болезни, но к облаве он не причастен. По его словам, во всем виноваты лишь сотрудники военкомата. Поскольку план призыва в Фархоре в этом году не был выполнен, были случаи, когда больных молодых людей также призывали вооруженные силы в декабре после окончания призыва. Министерство обороны отвергает эти обвинения, но жалобы говорят об обратном. Многие молодые люди призывного возраста стараются избежать службы из-за жесткого обращения с солдатами в воинских частях. Отец Талиб Джона говорит, что его сын не уклонялся от службы в армии, но в армию должны призываться здоровые люди, которые смогут мужественно защищать свою страну. По его словам, солдат, который, как и его сын, не может подчиняться приказам офицера из-за проблем со слухом, не может защищать родину, а те, кто призывают негодных к службе молодых людей, не заслуживают звания офицеров. Вы с ним согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!